А есть в Карачаево-Черкесии семьи, на которые можно и нужно равняться. А вот, например, супруги Хамид и Роза Канаматовы счастливо прожили вместе 63 года. На долю этих сильных людей выпало немало испытаний, в том числе война и тяжелые послевоенные годы. Однако все это только укрепило взаимные чувства Хамида Абуловича и Розы Исмаиловны. Сегодня представители республиканского ЗАГСа вручили супругам Канаматовым поздравительный адрес в честь очередной годовщины супружеской жизни. Семья, прожившая в браке 63 года, воспитавшая двоих детей. Семья, которая прожила в браке столько лет, сохранила все эти ценности семейные, которые необходимо чтить семье, чтобы они поделились опытом, рассказали нам, как удалось пережить все тяготы и войны, и послевоенного времени, и становления нашей страны. Ну и, соответственно, каким образом они воспитывали своих детей. Мы никогда не мелкие обиды, мелкие недостатки не выпячивали, не выскрывали, не спорили, не ругались. Понимаете? Детей воспитывали в едином духе честности, добросовестности, правдивости. Это то, что необходимо для порядочного человека.